Даешь пятилетку за 4 года. Знаменитый лозунг трудового советского народа был построен в основном на переработках сотрудников или же существовал только на бумаге. Сейчас новое время, другие идеи и другие решения. Национальный проект «Производительность труда» направлен на повышение этих показателей на средних и крупных предприятиях. Проект был запущен в 2018 году, и уже можно увидеть существенные результаты. Кубинский завод по производству металлической мебели стал участником нацпроекта в 2021. Пока системные меры внедрили на одном участке. Положительная динамика видна сразу. Мы улучшили за несколько месяцев показатель на 10% по выпуску продукции. Причем без привлечения дополнительных трудовых ресурсов, без увеличения материальной составляющей, которая бы понадобилась для этих решений. Предприятие в Кубинке на рынке уже более 20 лет. Ранее завод в основном занимался производством шкафов и стеллажных систем для предприятий малого и среднего бизнеса. При поддержке проекта завод осваивает новое направление – изготовление металлической мебели с деревянными элементами для частного сегмента. Сегодня эти изделия способны удовлетворить потребности самых взыскательных покупателей. В связи с выпуском новой продукции, расширением номенклатурной линейки, здесь у нас уже новые станки, которые буквально в этом году занимаются деревообработкой, то есть это полочки, это кромочные решения для этих полок, это столы сейчас у нас будут для комнатных решений, кухонных решений. На предприятии трудится более 150 человек, в том числе и молодые кадры. Инженеры, специалисты и рабочие, каждый профессионал в своем деле. Для нацпроекта важно повышение качества товаров и услуг и рост конкурентоспособности экономики. В числе системных мер проект осуществляет подготовку тренеров по бережливому производству, которая включает в себя методическую подготовку по проведению тренингов среди работников. Одно из направлений – это обучение двух внутренних тренеров на предприятии, чтобы тренеры продолжили работу ФЦК и обучили примерно 80% персонала. Соответственно, мы с моим напарником ездили, учились, получили сертификаты от ФЦК. И теперь продолжаем их деятельность на нашем заводе. Сейчас в планах завода внедрение программы по повышению производительности труда и в другие эталонные участки предприятия. Результаты ожидают в ближайшем будущем. Полина Толмачева, Фарид Харидинов, телекомпания «Одинцова».